Здравия, други! У нас наконец-то приближается зима, точнее, первые такие признаки зимы. Еще точнее, снег выпал. Это буквально вчера ночью и не растаял. Вот. Я еще вчера собирался как бы на велике покататься, съездить. Ну, до этого ранее еще думал о том, что обязательно нужно будет попробовать по снегу прокатиться. Но так случилось, сложилось, что вчера я не решился, забздел на самом деле, и не поехал на велосипеде, и, короче, привезли меня, забрали на машине, привезли, в лес ездили. Вот. А вечером, вчера же вечером посмотрел ролик кота Камышового, Шалом. Вот. Ссылка на канал в описании обязательно будет. Клевый чувак, вот про него хочу два слова сказать. Меня конкретно мотивирует, прямо конкретно. Он к нам приезжал, мы с ним чай пили как-то это. Вот, чувак проехал, есть у него серия роликов «Тур де край». Настоятельно рекомендую ознакомиться в плане как раз-таки мотивации. Немножко поздновато, конечно, но тем не менее на будущий год, может быть. Он проехал 1000 километров на велосипеде на прайдовском. Все это есть у него на канале. Вот, поэтому настоятельно рекомендую пройти по ссылке, которая будет в описании на канал, и посмотреть приключения Камышового кота. Вот. У него там и так много всяких роликов интересных, но особенно я посмотрел, прямо редко это бывает, от начала до конца всей его серии вот этого велопутешествия. Вот, а вчера у него вышел, по-моему, вчера вышел ролик как раз свежий про то, стоит ли кататься зимой. Вот. И этот ролик мотивировал меня, окончательно снес все сомнения оставшиеся. У нас как-то тут было дело, прихватывало, был гололед, я поехал на велосипеде на работу и упал. Причем упал так эпично. Решил посмотреть, что у меня там сзади происходит. И в следующий момент понимаю, что я уже качусь на боку, куда-то скатываюсь с дороги. Вот, прибздел немножко. И вчера, как бы, когда собирался, утром выгнал, ё-моё, снег лежит кругом. Думаю, не поеду. Люди тротуары уже натоптали, уже там гололед. Это каждая шишечка, кочечка норовит уронить. И поэтому не поехал. А потом посмотрел ролик. Он собрался, да и поехал. Я думаю, блин, а как я-то узнаю, как каково это ездить по снегу, если не попробую. И вот сегодня таки решился, благодаря коту, опять же. Он меня промотивировал. И сегодня поехал на велосипеде в лес. Я вам скажу, удивительное ощущение. Правда, сегодня не очень холодно, сегодня по прогнозу 0-3. А, еще один нюанс такой есть. Я до этого, вот, когда в прошлый раз приморозило, тоже ездил, поехал в лес и думал, ну вообще ехать невозможно было. Просто вот не едет велосипед, и все, не крутится педали, велосипед не едет, дорогой думаю, то ли лезть где-то на асфальт, полежать, отдохнуть, то ли что. Потом с братом обсуждали этот момент, брат говорит, да у тебя смазка для цепи летняя. На самом деле смазывал цепь, это у меня аэрозоль. Летом смазывал цепь аэрозольную вот этим маслом. Видимо, масло, судя по всему, застыло нафиг. Вот. Поэтому велосипед не поехал. Пару дней назад я провел эксперимент, проэкспериментировал. Я сварил цепь свою в парафине. Есть специальная парафиновая смазка, не буду говорить, как называется, потому что пацаны высмеяли, все знали, а я не знал, что так же называются там в порнухе моменты. Ну, короче, вы, наверное, тоже все про это знаете. Я узнал только вот когда... Ну, короче говоря, парафиновая смазка. Роликов, как варить цепь, в интернете полно. На пальцах расскажу. Снимать не стал, ну, что там снимать. Расскажу на пальцах. Цепь нужно промыть в растворителе в каком-нибудь, если варить цепь. Беретесь в парафине? Нужно промыть в растворителе, потому что все, что есть на цепи, вся там ржавчина, если какая-то масло, в горячем парафине это все отстанет. Как бы оно сварится нормально, там все проварится, может, что только не варили в парафине. Но
второй раз в этом парафине цепь варить, наверное, будет уже не гигиенично. Потому что вся грязь там черный такой становится. Ну, я ничего не мыл, я прямо так просто разогрел парафин, бросил туда цепь. Она там у меня покипела немножко, побулькала. Посмотрел, чтобы вся ржавчина с нее поотлетала. Вот. Вытащил, она немного остыла, протер ее, остудил и поставил обратно на велосипед. Вот, и сегодня сейчас покажу, как она выглядит после парафина. Сейчас проехал по грязям. Что-то еще хотел сказать. И забыл. Ну, в общем, вот это пока, ну, сегодня не очень холодно, как я уже сказал, минус 3 по прогнозу. По ощущениям, ноль, наверное, ветра нету, прекрасная погода, снежок лежит, благодать в лесу, красота. Велосипед катит как по маслу, по снегу, по грязям, по этим, в паре мест как бы меня подзанесло немножко, ни разу не упал. Вот, подзаносит, чуть-чуть нужно просто аккуратнее и учитывать то, что все вот сейчас, все бугорочки, все горочки, все холмики, это обледеневшие, покрытые снегом, это угроза падения. А так вполне себе можно кататься. Еще ехал, видел следы от велосипедов, видимо, на МТБ кто-то проехал. Но узкие эти, узкие следы. Так что нормально, зимой кататься можно. Единственное, когда холодно, ну сегодня не холодно, сегодня хорошо. Когда холодно, нужно одеваться. И вот тут-то как раз самые вопросы заключаются, как одеться на самом деле. Я прочитал, как бы смотрел в интернетах много всего. Ну, понятно, многослойная одежда, там первый слой потоотводящий, следующий, второй для тепла и третий ветрозащитный. Но дело в том, что если теплее оденешься, на ходу жарко. Если оденешься полегче, когда останавливаешься, холодно. Есть вариант возить с собой куртку, у меня в рюкзаке куртка запихнута. Но сегодня тепло, я думаю, что может быть даже она и не понадобится. Вот. Еще такой момент. У меня китайский баф. Пришел с Алишечки баф у меня тут недавно. С директором магазина Double Sport. Клевый магазин, клевые люди, кстати. Спорили по поводу того, что стоит ли покупать у них фирменные бафы, которые значительно дороже, чем китайские. Или не стоит. Вот, я как бы, ну, денег нет. Не готов пока покупать дорогой баф себе. Баф вообще штука клевая, конечно. Морду защищает хорошо, особенно вот когда холодно. Но у китайского вот этого, он очень сильно намокает, с него ничего не испаряется. Не знаю, может быть, когда-нибудь раскошелюсь, попробую какой-нибудь фирменный купить, то, может быть, с ним лучше будет. А этот очень, ну, не очень быстро, но достаточно быстро он намокает, и дышать через него невозможно. Есть вариант, видите, у меня тут там с рисуночком, да? Есть вариант поворачивать его сухим местом, но тогда это не так эпично будет выглядеть, рисунок будет где-то сбоку. Вот. Хотя у меня и с другой стороны тоже рисунок есть, тогда разворачивать полностью. Ну, короче говоря. Но так-то штука прикольная. Вообще баф как явление. Насчет того, какой лучше китайский или фирменный дорогой покупать, я думаю, еще в ближайшем будущем как-нибудь проанализируем. Вот. Ну а пока. Пока все. Поеду дальше кататься по снежку. Здесь вот сейчас по бездорожью маздану. Там везде ехал, машины уже проехали, притоптали снег. Хочу сейчас покататься просто по снегу. По дороге как бы, ну где снег? Ну снега в принципе немного. Сантиметров 5 может быть выпало. Ну и тем не менее, погода шепчет. В лесу прекрасно, свежий воздух, тишина, красота. Птички встречают. Ну, в общем, все замечательно. Ну и прокачусь немножко, еще поснимаю с колеса сейчас, чтобы было интереснее. На этом все. Что там надо сказать? Ставьте лайки. Обязательно пройдите на канал Кота Камышового. Называется самый камышовый, ссылка будет в описании. И посмотрите, как чувак проехал 1000 километров на велосипеде. Причем не спортсмен, не велосипедист, а просто увлеченный, движимый человек. Вот, на этом все. Всем спасибо. До свидания. Забыл показать, как цепь выглядит. Давай, после парафина.
Вот такая она стала. Еще можно видеть, немножко ржавчина осталась. Это с китайца цепь. Она там долгое время пролежала. Но была она вся рыжая, короче говоря, сильно. Ах ты, падла, звездочку жрёшь, что ли. Переставлю. Надо ту сварить, родную, которая здесь стояла. На всякий случай. Это такая-то дешевая, фиговая. Просто ради эксперимента сварил. Думал, что получится. Что, мало ли, вдруг что-нибудь испорчу. Поэтому нормальную цепь не стал варить. Сварил китайскую. Но раз нормально себя ведет, значит, сегодня сварю ту, которая здесь была стоковая. Вот.